Вот здесь я буду менять крышу. Хотел сносить этот сарай. Наверное, я его сносить не буду. Народ, а если без шуток, можно представить, что здесь у меня живет Рейк. Вот такой вот народ у меня вид с крыши сарая. Сливы поспели. В принципе, на днях, но столько их много не было. В Москве я иногда мимо проходил, вот эти на рынках торговцы торгуют, и слюни пускал. То есть не мог себе иногда позволить, там, когда зарплату потратишь, да, и там какие-то копейки остаются, заходишь на рынок, а там она громадных денег, ну, я про Москву, вот, а здесь по ней просто ходишь. Давайте я на камеру покушаю, как это сейчас модно. Даже один канал есть такой, даже не один, кто кушает именно на камеру. Собирает лайки, подписчиков, да, ну, я, наверное, не буду озвучивать этого человека, даже этих людей их много, потому что я никому рекламы делать не собираюсь. Вот такой вот у меня гараж. И, ой, тут под ногами какая-то хрень. Такая шуба, кстати, модная. Ёлк. Как книга настоящая, в этой шубе буду. Точно, в ней можно снять клипец какой-нибудь новый свой. Это что-то. Ну, крыс я почти вытравил. Тут один монстр живет. Он еще отравку не доел. Ну, думаю, ему уже недолго осталось. Народ, все-таки я решил спуститься в погреб. Ну что, народ, полезли в погреб? Осторожненько. Вон одна, видите, да? Я фонарик зажег, фонарик включил. Вон одна сломанная ножка. Одна валяется. Тут матушка моя закрывала всякие соленья. Вот это что такое? Это компот. Ну-ка, года три я сюда точно не лазил. Блин, дай бог он вернулся сюда. Я не знаю, что я тогда буду делать. Это, наверное, как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь. Хотя я, наверное, не прокакаюсь, а вернее, я прокакаюсь, но хорошо. Вот столько у меня сливы. Всем видно, сколько у меня сливы. Народ, что-то я уже обожался этой сливой. Пока вам тут это показывал дегустацию. Вот здесь я буду менять крышу. Хотел сносить этот сарай. Наверное, я его сносить не буду. Потому что, в принципе, он нормальный. Вернее, матушка моя его хотела сносить. Я его не буду сносить. Да, вот это слово сносить, от него мне нехорошо становится, потому что, в принципе, нормально, тут только вот крышу подлатать. Вот это весь хлам вынести отсюда. И можно. Ну, крыс я почти вытравил. Тут один монстр живет, он еще отравку не доел. Ну, думаю, ему уже недолго осталось линей, кто это там. Что за особь. Кстати, крупная сволочь. Никак ее заснять не получается. Прям недавно заходил я, вот здесь у меня воды набрать, на огороде полить растения, да, и я мне между ног прям прошмыгнул. То есть такая вот тварь на глаза старается не попадаться мне, даже на кухне вот по этой дырочке, видите, да, она пролазит, короче, вон она, эта дырочка. Она выходит на кухню в дом, видимо, там ходы целые, да, и, короче, у меня гуляет по дому, тварь. Когда-нибудь я с ней разберусь. Ее детей двоих я уже ликвидировал. Осталось мама или папа. А может, их двое, я не знаю. Но думаю, скоро я это узнаю. Как в фильме «Горец». Из нас двоих останется кто-то один. Вот так же и сейчас я поставил себе цель, что или она, или я. В принципе, вот я крышу эту буду. Тут все подделаю. Даже вот какой-то пластик лежит. Его тоже можно использовать. Фундамент я, естественно, буду цементом
тоже это позже буду делать, тоже сниму на видео, как я все ходы замуровываю. И ты, сукины дочери или сыны, не знаю, кто там. Так что так вот. Для начала нам надо крышу. Вот такая вот крыша. Вся уже рубероид, он уже весь. Видимо, смыло его дождем. Что-то мама кого-то нанимала, наверное, скидывала, или что-то до конца не доделали. Какие-то недобросовестные работники были. И вот я сейчас его поснимаю, поскидываю отсюда и буду шифер класть. Это я все тоже сниму, как это все происходит, потому что, в принципе, сарай нормальный. Можно как курятник использовать или кроликов в нем держать. Ну, с крысами только разобраться, чтобы они не съели ничего, никакую живность. Они любят кушать, как и хорьки, как и лисы, грызуны. Вот такой вот народ у меня вид с крыши сарая. Прикольный вид такой, красивый, да? Соседские дома. Мой дом, конечно, тоже. Труба, которую нужно тоже чинить. Вот эти вот куски рубероида нужно снимать и все переделывать. Сарай ломать не буду, только крышу шифером покрою. Вон он лежит, если видите, такой вот шикарный вид. Вид, дождик начинается. Мой дом. Ветер, да, всем слышно, как шелестит листва. Уже прохладно. Я мимо шел гаража и вот такое зрелище увидел. Сливы поспели. В принципе, на днях. Но столько их много не было. Такая вот слива. Вот. Я думаю, видно. Пока зеленые висят. Вот они. Такие вот. Пока зеленые. Вот я хожу по спелым, я прям по ним реально на руку хожу. Еще одна упала, которую я трогал, но она не созрела. Вот это вообще на попку похоже. Такая вот попочка. Такая вот она. Сочная, спелая. Внутри слива. Такая вот мякоть. Она вся. Вся сочная. Сейчас я ее даже кушаю. Это что-то. Что, вкусная слива. Вот их сколько, видите, да, много. Блин, я по ним хожу, как по минному полю. Раздавил парочку, жалко даже. В Москве я иногда мимо проходил, вот эти на рынках торговцы торгуют, и слюни пускал. То есть не мог себе иногда позволить, там, когда зарплату потратишь, да, и там какие-то копейки остаются, заходишь на рынок, а там она громадных денег, ну, я про Москву. Вот, а здесь по ней просто ходишь, такая вот мякоть. Нектар, это сок. Это прям как вот нектар продается. Только натуральный. Вот этот натуральный, это не какой-нибудь там сок
загустителями под нектар, а вот это реальный нектар, даже на пальце. Вон сколько много вам показать. Это вообще, я по ней хожу прям как по минному полю, действительно. Даша спелая, красненькая такая, спеленькая сливка. Прям действительно сливки. От слова сливки. Какая красавица. Надо ее скушать. Вообще, это блаженство. Не передать словами. Вот столько народ я слива насобирал за полминуты буквально. Видно, да? Это за полминуты. Вон еще показать, сколько осталось. Видно всем, да? Вот столько у меня сливы. Всем видно, сколько у меня сливы. Давайте я на камеру покушаю, как это можно сейчас. Кушать на камеру. Сначала протру ее, чтобы меня это... Хотя я, наверное, не прокакаюсь, а вернее, я прокакаюсь, но хорошо. Пропоносит меня точно не пропоносит, потому что я уже не за первый заход сюда здесь оказываюсь. И я уже кушал эту сливу. Вот, и у меня стул был, но стул хороший. То есть, как бы, не крутило живот, ничего, это самое главное. То есть, я ее здесь могу не мыть, в отличие от того, где я покупал до этого на рынке, да, тоже в Москве, и надо все мыть, потому что все пестицидами обработано. Здесь ничего не обработано, можно прям с земли поднимать и кушать. Давайте я на камеру покушаю, как это сейчас модно. Даже один канал есть такой, даже не один, кто кушает именно на камеру. Собирает лайки, подписчиков, да, ну, я, наверное, не буду озвучивать этого человека, даже этих людей их много, потому что я никому рекламы делать не собираюсь. Давайте я покушаю и вам покажу хотя бы. Какое это наслаждение. Очень вкусно. Что-то на подвкусу напоминает нектарины, только там сок обычно весь разбавленный, сок нектарины, я имею в виду. Нектарин, кстати, тоже напоминает. Ну вот сок, да, который в пачку берем с мякотью. Там обычно мякоть, она искусственная, загустители всякие, да, здесь мякоть натуральная, ну это фрукты, да, такие вот сочные, мягкие, мясо, оно мяско. Вы знали, как это вкусно, да, вот. Очень сладкие, сочные. Вот одна мякоть. Вот одна мякоть. Давайте подальше сяду от камеры. Что-то я притык сидел вообще. Народ, что-то я уже обожрался этой сливы. Пока вам тут это показывал дегустацию, что мне уже что-то хреново. Червивая, кстати. Бывает и червивые бывают. Как и люди тоже бывают червивые. Что-то мне уже не лезет меня эта слива. Косточку выкидываем. И приступаем. Очень вкусная слива, очень. Это прям нектарин. Вот сок, только в образе сливы. Ну, наверное, все нектарин пробовали. Я уже говорил, что он обычно с красителями всякими, с добавками. Там Е всяких море. Ну вот, а вот натуральное. Очень вкусно. Ну что, народ, пойдемте ко мне в гараж. Вот такие вот ворота, вернее, дверь. Да, на ворота это не смахивает. Погреб виднеется. Старый погреб, бункер. Если война начнется, нужно там прятаться. Народ, а теперь нам надо достать эту лестницу, которая внизу этого темного бункера. Вот такой вот темный и сырой, как бункер. Погреб. Главное теперь нам лестницу взять и туда не свалиться. Берем. Вот она вся уже гнилая.
Зря, наверное, блин, зря я выкинул эту штуку. Я мог бы сделать. Ну ладно. Достаю лестницу. Такая вот лестница. Вся уже убитая временем. Как погреб, в принципе, тоже. Теперь нам, я выкину одну перекладину по своей дурости или тупости. Теперь нам надо найти замену или переставить местами. Сейчас что-нибудь придумаем с вами. Вот такой вот у меня гараж. Ой, тут под ногами какая-то хрень, бак железный. Вот двери. Их можно, кстати, куда-нибудь приспособить в доме, например. Как раз там одна дверь. Нет, двери одной мы видели в видосе. Такая шуба, кстати, модная. Рэперская. Как ниндзя настоящий в этой шубе буду. Точно. В ней можно снять клипец какой-нибудь новый свой. У меня, кстати, есть много треков собственного сочинения, а также видеоклипы. Вы можете найти это на YouTube. Также можете найти в поисковике, вбив MC Eugene. Там будет море моих треков. Ну как не море, песен 85-90. Точно уже не вспомню, сколько я записал. Плюс где-то 10 видеоклипов, может чуть меньше. То есть все это вы можете найти. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Вот, поэтому я думаю, эту шубу конфискую. Что-нибудь в ней клевое сниму. Да. Так, что тут еще? Тут всякие коробки. Там соседи за стенкой. Тоже гараж, кстати. Так что есть такой не один подземный житель. Так. Главное, чтобы здесь крыс не было. Потому что в сарае я вам уже показывал. Даже ловил наклей. Потом ее обезглавил. Крысу. Крысеныша, вернее. Маленького. Потом второго поймал, но не стал снимать. И вот третья, там громадная крыса бегает, видимо, мама или папа. Никак вот все хавает отраву, никак не может это окопытиться. Также на клей не попадает, сволочь, лапа одной раз туда, чувствует, что прилипло, и лапу убирает. То есть я эту тварь никак не могу уничтожить. Но придет ее день, когда я вынесу смертный приговор, или приговор, как правильно говорить. И произведу казнь. Кстати, может тоже с ним вот такой живодер. Вот. Все защитники животных, наверное, на меня сейчас злые. Но что поделать, это грызун, который, во-первых, переносит на себе море всяких болезней. Вот. Надо камеру к себе повернуть. Надо осторожненько. А во-вторых, эта тварь очень больно кусается, и потом уколы делать я не хочу. Поэтому даже сплю до сих пор со светом, потому что я синюку истребил. Значит, эта мразь может мстить. Крысы, они очень умные создания, как люди. Вот, она может мстить. Постучу по деревяшке без носа или без уха. Не хочу остаться. Вот, поэтому надо быть настороже. Вот, а когда эта сучка видит то, что или этот гад видит, что свет горит в коридоре, да? Вот, я в комнате не зажигаю, я вообще не смог уснуть. Видимо, все равно он не рискует. Вот, но стоит мне, я думаю, без света оказаться в полном доме, в темноте. Эта тварь мне что-нибудь отгрызет и не подавится даже. Поэтому будем ловить до конца. Народ, все-таки я решил спуститься в погреб. Воняет такой вот плесенью, сыростью в погребе. Но надо спускаться, надо нам подобрать вот эту штучку, которую мы потеряли. Поэтому у нас выбора нет и выхода нет. Хотя там могут вот такие вот крысы быть. Но куда нам деваться? Мы взялись за миссию спасти вселенную. Шутка. Но мне как бы не до шуток на самом деле. Я уже это говорил во многих роликах, что мне не до шутки, хотя сам шучу. Надо спускаться вниз. Тут уже лестница вся гнилая тоже. Но думаю, ничего себе не сломаю. Ну что, народ, полезли в погреб?
осторожненько. Вон одна, видите, да? Я фонарик зажег, фонарик включил. Вон одна сломанная ножка, одна валяется. Так, сейчас нам надо как-нибудь аккуратненько. Опа, так вот слазим. Это крышка, вот бункер. Вот здесь холодрыга. Так вот, крышка, надо ее достать. Вот это наше, то что я по своей дурости выкинул наверх и туда. Кинем. Тут матушка моя закрывала всякие соленья. Вот это что такое? Это компот. Ну-ка, года три я сюда точно не лазил. Так, это, наверное, сливовый. Ну, в принципе, можно его, я думаю, употреблять в пищу. Потом вот это помидорчики. Такие вот деревенские. Очень вкусно, я думаю, с картошечкой отварной, с маслицем деревенским тоже. Огурчики, такие вот огурчики, в пупырышках все, настоящие тоже, деревенские, хрустящие, такие солененькие, малосольные, или как правильно, или соленые. Вот даже подписаны банки виноград, видно всем, да? Виноград, это вам мой виноградный сок. Не подумайте, это не вино, не самогон. Это компот или сок виноградный. Все уже в плесени, все банки, видите, да? Но не вздулись крышки. Крышки хорошие, значит, можно употреблять. Вот здесь сколько плесени. Так, что у нас еще интересного? Малиновое варенье. Тоже вот вся уже плесени банка. Такое вот варенье матушка моя делала из доски гнилые, все уже тоже все надо здесь все делать, все чинить. Вот тоже баночки, тоже огурчики. Таджика, я так понял. Да, я еще баночку взял у соседей, спросил. Они говорят, это таджика, это баклажаны. Такие вот. Я думаю, очень вкусно будет с картошкой. Жареной, с вареной. Картошка мое любимое блюдо. Вот тоже. Вот у нас томатный сок. Такой вот. Борщ с него наваристый можно сделать. Сварить наваристый борщ. Вся крышка уже запылилась. Так, вот это вот наша лестница. В принципе, не очень высоко. Так, здесь какой-то пакет. Вот, в принципе, все. Это у нас... А это у нас... чтобы дышал погреб. Вроде никаких монстров здесь не живет, никого мы не встретили. Так, тоже завалялось. А это что у нас? Тоже малина. Тоже это я крестную возьму баночку в Москву. Она любила у мамы гостить всегда. В гости приезжала, отдыхала. Я думаю, ей будет приятно, она поменет, скажем так, мою маму. Мама моя и сестра двоюродная. Короче, здесь надо полочки вот здесь менять, ставить. То есть все на новые, все уже какие они, ну, ржавые и гнилые. Поэтому я этим займусь в ближайшее время, потому что все прогнило. Мамка, естественно, этим не занималась. Там тоже вон дырки, присяду, надеюсь, меня за задницу никто не цапит. Не, лучше не буду, не хочу потом это, от бешенства делать уколы. Вы не хотите, чтобы я пришел за вами,
когда заболею бешенством. Как это по башке, чтобы себе постучать, нет, по деревяшке. Ну, короче, так, вот я вам показывал, огурчики очень вкусные. В принципе, я фонарик на камере включил, думаю, видно. Это крышка, слава богу, не от гроба, а от погреба. Кстати, если начнется Третья мировая, я вас приглашаю в этот бункер здесь пересидеть. Мест хватит на всех. Вот. Единственное, буду по билетам пускать, не бесплатно. Поэтому так вот мы живем. Скромного со вкусом. Ну что, пойдемте наверх. Народ, а если без шуток, можно представить, что здесь у меня живет Рик. Знаете такое создание? Блин, не дай бог он вернется сюда. Я не знаю, что я тогда буду делать. Это, наверное, как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь. Страшные сказки. Это только не сказки. Это все в реальности, народ. Вроде бы меня здесь не видно, но каждую ночь сюда возвращается. Вроде бы его нет. Оно вроде бы, говорят, мифическое. На самом деле он есть. Я каждую ночь слышу какие-то шорохи в этом погребе. Постоянно, как будто кто-то сюда спускается. А рано-рано утром отсюда вылазит. У меня никогда крышка не закрыта. Вот этот вот люк. И постоянно слышу какие-то шорохи. Какой-то бывает еще рев свой. Стрёмная штука, народ. Поэтому мы не будем здесь долго задерживаться, иначе он может вернуться. И тогда мне хана. А если видеть, что я снимаю и вам это рассказываю, он и вас тогда тоже придет за вами, и вам тоже будет хана. Поэтому давайте бегом отсюда выходить. Не забывайте, кстати, ставить лайки, комментарии. Также подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если он вам интересен, я думаю, вы подпишетесь на меня. Хотя бы потому, что я рискнул оказаться здесь. Также у меня есть страничка и группа ВКонтакте. Подписывайтесь на страничку и вступайте в мою группу. Мне кажется, что сейчас оттуда снизу такие лапы меня схватят и утащат меня туда под доски. Поэтому давайте пойдем отсюда быстрее. Крестная, привет. Ну что, народ, я думаю, мы на этом съемку закончим, а ролик и так получился довольно длинный. Поэтому ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Также есть ВКонтакте, у меня там группа и страничка, а также есть в Одноклассниках теперь, я там новую страничку завел, поэтому там тоже можете добавиться ко мне, друзья. Группу пока я там не успел создать. Что еще вам сказать? Спасибо, что вы были со мной все это время. Мне очень это приятно. Надеюсь, вы на меня подпишетесь. Поскольку у меня мало подписчиков и у меня новый канал, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайки, также комментарии, неважно, плохие или хорошие, мне все равно это важно. Видеть активность на своем YouTube-канале. Вам большое спасибо за внимание.